В общем, естественно, ни хера я не поспал. Мне пришло сообщение о том, что пришел мой монокот Вайберс. Вайберс находится в моем доме. И я забыл маску для гребешков. Сейчас будем делать гребешки и смотреть монокот. Что ж там такое? Это, кстати, еще один выход из нашего дома. Такой черный выход. Вот, кстати, очень прикольное здесь пиво. Серж Хаус. Паренек держит. Не знаю, как он вышел на изоляцию. А, я же вайбер, кстати. Сейчас я вам покажу маникюр, где я делаю. Видите, у нас здесь история такая. Вот Nails. Вот, вот они, ребята. И вот они. Очень клево делают. И вот Вайберс. Сейчас. Вот оно. Вот он, красавец. Вот он. Мой монопот. Шикардосный. Просто шикардосный. Я прям счастлив. Покупочка этой. 3000. Акция у них вообще 3 с чем-то он стоил. Вот, я купил его за 3. 2900 с чем-то. Позвонила Аня. И прервала мою связь. А я тем временем уже купил масло. Вот так, блядь, снимайте меня, блядь, с друзьями. Сейчас пойду с ним. Сейчас пойду к ней. Зайдем, блядь, посмотрим, что там делает. В салоне, говорит, сидит. Перышки свечится. Все, блядь, не начистится. Все, блядь, ходит, блядь, в салоны красоты, блядь, каждый день. То волосы, то прыщи давит. Господи, сейчас. Привет! А ты что, ну все пилишь и пилишь? Здрасте. Все пилишь и пилишь. Привет. Что вы делаете? Очень приятно. Очень приятно. Это что ты? Ты долго? Приятно, Женя. Ты долго? Да нет, уже вечером. Что у тебя вечером? Что у тебя вечером? Что у тебя вечером? Ничего. А? Ничего. Ну наберешь. Я ушел. Давай, пока. До свидули. Не привыкли еще мои друзья пока к моей съемке. Привыкнут, блядь. Ой, господи. Ну что, все, сейчас готовим гребешки. И монопод. Монопод, смотри. Ну что, разбираем, смотрим. Сейчас вскроем его. Красавца этого. Без этого. Да, он без этого. Опускается, поднимается. Что, шикардосно, смотрите. Можно горизонтально снимать. Можно же. Пушка пушечная.
Тут я понимаю. Агрегат. Так, все, сейчас буду его настраивать. Синхронизировать. Работает. Пульт. Прикольно. Так, ну что, готовим обещанные гребешки. Вот рассказываю ингредиенты. Так, гребешки мы разморозили. Точнее я, ваше величество. Так, дальше. Чесночок. Так, здесь на 8 морских гребешков один зубчик. У меня, видите, их здесь больше, чем 8, поэтому я... Чеснока много не бывает, я вот побольше сделаю. Вот. Дальше. Имбирь. Вот такой кусочек. И вот такой. Кстати, я сейчас покажу вам, как его нужно правильно чистить. Не знаю, знаете вы это или нет. Ложечкой чайной. И вот так вот. Аккуратненько. Аккуратненько, не ножом, а ложечкой. Тогда останутся все полезные свойства у имбиря. Так, окей. Дальше. Здесь кинза. Нужно 6 веточек. Но так как, говорю, у меня много... Господи, как это называется? Гребешки. То я взял побольше кинзы. Кинзу нужно отделить от ствола. Только листики. И просушить. Вот я сейчас вывалю на чистое полотенце. Чуть-чуть просушу. Так, разогреваем сковородку. Сковородки лучше две. Потому что здесь написано, можно воспользоваться одной, просто ее нужно помыть. Ну, мне лень сейчас в процессе мыть. Поэтому пока топим масло. Масло 50 граммов нужно на порцию из 8. Я взял чуть побольше. Так, все. Так, рубим зелень и чеснок. А и имбирь, собственно. Сейчас вам покажу еще, как чеснок правильно. Сначала, ой, блядь, раздавить. Хера не видно, да? Подождите. Вот. У меня крутой монопод. Так, что у нас там дальше? Зелень. А, смотрите, мы сейчас просто кидаем масло 50 граммов. Бомбический. Покупал.
Общее время приготовления 10 минут всего. 8 гребешков это приблизительно 2 порции. У меня будет больше, чем 2. Так. Видно, ни хера нет, да? Сильным огнем, так, сковородку так наполняем масло, топим и обжариваем по 2-3 минуты с каждой стороны. Они маленькие, я буду просто перемешивать. Не буду заморачиваться. С каждой стороны чуть-чуть обжаривать. А запах, как будто я на этой. На рыбной фабрике. Ну все, обжариваем. Ой, господи. А, вот еще гребешок. Как ты выпал, малыш? Да, ну пока ты обжарится. 2-3 минуты. Еще поменьше порежу. По 2-3 минуты с каждой стороны убираем в тарелку и обжариваем, господи, это что у нас, кинза с чесноком, и все. И все это потом смешиваем, и будет готово. Так, сейчас я подожду. Интересно, солить надо? А, солить надо, перчить надо. Там не написано, но ссылки есть. Они маленькие, мне кажется, они должны быть больше, эти гребешки. Так, тарелочку готовлю для гребешков, чтобы туда положить. Все очень просто на самом деле. Вообще эта книга с простыми очень рецептами. А сегодня везде. Что я могу? Восьмой жарю. Здесь была команда. Добавлять огонь. Как, вот такой пакет гребешков стоит 777 рублей. 500 граммов, кстати. Сейчас скажу. Так, а здесь у нас 300 граммов. Очень, кстати, ппшный продукт. Белков 16, жиров 0,6, углеводов 5,3. И всего 90 калорий.
на 100 грамм масс. Главное мимо не поставить. Что пахнет? Сначала пахло рыбой, сейчас пахнет прям вкусно. Я понял, для чего они хотели, чтобы сковородку помыть нужно перед обжаркой овощей, чтобы масло, пропитанное этими гребешками, не испортило вкус зелени. Точно. Сейчас мы так и сделаем, значит. Сейчас помоем. Не понимаю, готовились они или нет. Сколько снимаем? 11 минут. Так, ладно, все, не сказал. Такая штучка с ножичками, чтобы масло с собой не прихватить. Так. Приготовил две сковородки, в итоге решил помыть. Так бывает. Так, ну что? Сейчас вторые 25 граммов масла нужно сюда. Вот они. Топим масло на 9 на максимальном огне. Была последовательность, сейчас скажу, что зачем обжариваем. Так, сначала так разогрейте до пены оставшееся масло, вот эти вторые 25 граммов, и поджарьте на нем чеснок 1 минуту, имбирь и затем зелень. Так, чесночок я закину, 1 минуту обжариваю, да, имбирь и зелень. Все.
Теперь смешиваем это с гребешками. Очень вкусно, очень нежные, очень вкусно. Анечка, я тебе тоже положил гребешков, сейчас попробуешь. Я пошел в гости к Ане, очень вкусные гребешки. Не готова, что ли? Ты не готова к встрече со мной? Аня, гребешочки. Ты серьезно? Да, такие вкусные, быстрее ешь. Надо быстро кушать. Что ты куда все это снимаешь, ты мне скажи? Ты давай, иди ешь. Иди пробуй, я отключаю камеру и все. Контент не для взрослых. Попробуй, Аня, они крутые просто. Ты что снимаешь, да? Давай быстрее пробуй, я включаю. Ну быстрее. Аня, а то что, да, хватит? Ой, это, как он называется, памяти не хватит. Там у тебя все по времени? Да, блядь, это... Тебе... Сейчас давай. Мы оценим. Давай. Средиземноморскую кухню от Евгения Кривенко. Все, я уже чувствую, что вкусно. Аромат. Чесночные. Крутые, да? Охеренные. Просто охеренные. Это я готовлю. Что, он готовит? Я крутой. Все, пока-пока. А что ты, имбирь? Имбирь, чеснок, кинза. Женя, очень вкусно. Да, я знаю. Да, да, крутой.